Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Сегодня хочу вам показать работы китайского художника Люэнь Цзина. Данных об этом художнике очень мало. Вот что я нашел. Люэнь Цзинь, китайский художник, родился в 1945 году в провинции Ляонин, Китай. В 1965 окончил Академию искусства в Люксине. Работы художника находятся в многочисленных государственных коллекциях в Европе, Соединенных Штатов и Юго-Восточной Азии. Работы художника Люэнь Цзиня неоднократно выставлялись на аукционе. Их цена варьировалась от 1000 до 20 тысяч долларов, в зависимости от размера. В 2006 году рекордная цена для этого художника на аукционе составила 20 630 долларов за даму у окна, проданную Poly International аукцион. Вот все, что мне удалось найти. Данных никаких нет, но зато есть работы. Вот давайте посмотрим прекрасные работы этого художника. Работа китайского художника Люэнь Цзиня. Пока-пока, до свидания.